Молодежь нормально, адекватно, поехали сюда. Не получится, что спорт тащит государство. Наша страна, говорят, богатая, но она не настолько, что прямо за всех скинорожит. Да, то есть давайте страну свою оставим в покое, пока что зарабатывать деньги на себя, вкладывайте в себя, в свое развитие, в свое здоровье, и будет все нормально. Это очень важно. Вот, мальчишки сейчас в Японии тоже это часто слышат, что отканчивали. О чем старики говорят? Обратно эти сделали, да? Давайте покрутим. Какие бы вы ни были здоровые, мастеровитые, всегда надо размяться, всегда. Организм требует тебе уважения, там организм в нашем теле живет, в нашей душе. И все это связано. Поэтому душа, если не поленится, то ее жилище всегда будет красивым убранным, да, то есть подготовлено. Это наше тело всегда разминает, то есть ножки вместе. На тренировку полтора часа обычно идет, а хочется много сделать, все равно приходится делать разминку. Это всегда надо сделать. Давайте. Крутим, крутим. И малыши должны это с детства привыкнуть. У детей такой же травматизм, как у взрослых обычно. Они очень серьезные травмы получают дети. При неправильной подготовке, когда вот специалисты такие уличные бродяги. И потом ребенка уже не восстановить. Там кривая спина у него, там не так ноги сформировались, еще что-то, еще что-то. Хорошо, шикодачи, парни, шикодачи. Спинку растянули, посидели. У нас микрофон локти воткнули.